В ночь 6 на 7 января православные верующие Люберец приняли участие в рождественских богослужениях. Во всех храмах городского округа прошла праздничная литургия, а главная служба по традиции состоялась в храме Преображения Господня. Для православных это особенный день, день рождения Иисуса, Сына Божьего. Недаром летоисчисление мы ведем именно от Рождества Христова. Верующие участвуют в служении, ставят свечи и молятся у икон за своих родных и близких. И вас всех, православных христиан, да помянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки. В этот праздник верующие вспоминают евангельский рассказ о том, как три волхва пришли поклониться Христу в ночь его рождения. Мудрецы принесли младенцу дары. Праздничные службы прошли более чем в 30 тысячах храмах Русской Православной Церкви по всему миру. Рождество отмечают также грузинская, сербская, иерусалимская и польская православные церкви. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Мария Лапчева. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.